и народная артистка России Тамара Гварцетели. Тамара. Спасибо. Тамара, я вам должен заметить, что вы единственный из членов жюри, кто вот на этом огромном марафоне похудел, помолодел. Вы, спасибо, когда идете по коридору, вы в первую программу, я так немножко, а теперь я просто. Спасибо за комплимент. Поскольку спасибо. У нас гримерки рядом, да. Спасибо большое. Я с радостью принимаю ваш комплимент. Спасибо большое. Я просто счастлива, что ваш дуэт благодаря вот этому проекту был создан. Вы чудесно нашли друг друга. Спасибо вам большое. И спасибо. Творческих спасибо. Побед. Тамара Гварцетели. Спасибо. 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 Спасибо, Тамара. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Валдису и Алексею, спасибо вам большое. Действительно, это очень талантливо. Это очень достойно. Эти вечера и ваши выступления показали, что я стала одной из ваших ярых поклонниц. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. Тамара Гварцетели. Спасибо. 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 Низкий вам поклон, Катя и Коля. Вы заворожили нас, поэтому я даже не обсуждаю. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Варум и Сергей Жилин. Сережа, вы моя любимая пара, поэтому я всегда бессильно даже обсуждать. И для меня это большая радость, когда я вас вижу на сцене. Спасибо вам большое. Я вас люблю. Прошу, Тамара Гварцетели. Мне понравился номер. И что самое важное для меня, как для певицы, для музыканта, это, естественно, не только то, что творится на сцене и идет видеоряд, но и звук. Меня очередной раз абсолютно потряс Стас Пьеха. Спасибо большое. Спасибо, Маша. Спасибо, Стас. Замечательно. Спасибо. Спасибо большое, Тамара Гварцетели. Спасибо. 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 Это вам спасибо. Меня вы еще поблагодарите. Замечательно. Действительно, красивая пара. И когда говорят, что красивая и талантливая пара, это касается и Альбины, и Игоря. Спасибо вам большое. Это был замечательный номер. Вам спасибо, Тамара. Все время, как ни крути. И будучи самой певицей, я могу сказать, что я всегда любила пение Любочки. И на меня всегда это производило впечатление. И сегодня мне дуэт очень понравился. И я хочу еще раз сделать не то что комплимент, но такой творческий посыл Любочке, что я вас очень люблю. И большое вам спасибо за то, что вы такая замечательная певица. Спасибо, Тамара. Я буду знать, что ты любишь меня. Денис Майданов, Гоша Куценко. Спасибо большое. Даже при моей бурной фантазии мне страшно представить Тамару Гварцетели лысой. Тамара, прошу. Спасибо большое. Тамара, можно вас попросить не благодарить меня каждый раз, когда я вам даю слово? Я забыла. Извините, Дима. Ага. Ну, мне вас так хочется благодарить. Я зайду после ваш вагончик. Спасибо вам, Тамара. Поезд Москва-Тбилиси. Сколько он идет, этот несчастный поезд, а? Двое суток. Ты, господи, а? Я представляю, как я выползу оттуда. Ну, давайте, да. Да, с этим расстаться невозможно. И с мыслями. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Но я не растерялась, потому что устоять перед обаянием этих замечательных артистов совершенно невозможно. Я была на концерте, где Гоша исполнял свои произведения. Это глубочайшие баллады. Это потрясающая музыка, поэзия. Я очень благодарна за талант, за отношение, за тепло, которое идет от вас. Спасибо вам большое. Спасибо большое.
Почему же мы не услышали песню твою? Я колено преклонен перед этой женщиной. Я влюблен. Я даже сделал ей предложение руки и сердца после концерта. Она сказала: Гошенька, завтра с тем же предложением. Почему же мы не услышали песню твою? Я колено преклонен перед этой женщиной. Я влюблен. Я даже сделал ей предложение руки и сердца после концерта. Она сказала: Гошенька, завтра с тем же предложением. И я согласна. Поезд Москва-Тбилиси. Я согласна, только завтра. Тамара, у меня в силе остается предложение выходить за меня замуж. Ты полегче на поворотах, ковбой. Мне даже страшно представить, что я в нашем купе в поезде Москва-Тбилиси увижу твою лысую рожу. Слушай, с утра. Мальчики, не ссорьтесь, давайте строить воздушный шар. Купе 4 места. Они еще Майданова возьмут с собой. Да. Спасибо большое, я напоминаю. Подожди. Секундочку. Подожди. Мы же не опаздываем на поезд. Я хочу сказать, что на самом деле я мечтаю вернуться в ваш проект. Он мне очень полюбился, ваш музыкальный проект музыкантов. В качестве музыканта, перехватив с собой какую-нибудь хорошую, подающую надежду молодую актрису. И, может быть, пройдут годы, и я тогда действительно приду сюда. Нет, я уже буду женат на Тамаре. Цители, да, я просто приду и просто спою красиво. Тамара меня подучит.